Для чего поэзия нужна? Чтобы веселить простых людей, чтобы их душа расцвела весна и на сердце стало веселее. Для чего нам все на земле? Чтобы мир по-новому понять, чтобы глаз печали огоньки в сторону надежды направлять. Лирика осталась для чего? Чтобы любовь встает от сужи и хмуры, ну а если не поймут ее, назовут потом литературой.